В Тверской области впервые прошел «Зеленый марафон». Забег состоялся 5 июня во Всемирный день окружающей среды. Сбер запустил проект совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой «Сбер вместе». В этом году цель проекта – привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении. Местом проведения «Зеленого марафона» была выбрана набережная Афанасия Никитина. В рамках проекта состоялось сразу 4 забега. Массовые на 4,2 километра, детская дистанция на 420 метров, соревнования по скандинавской ходьбе на 2 километра, а также инклюзивный забег на 420 метров. Я очень рад, что мы сегодня все вместе с поддержкой администрации города, правительства Тверской области провели этот праздник. Было очень интересно и приятно, и эмоционально позитивно бежать со своими коллегами, с нашими партнерами. Я всех поздравляю с этим праздником. Уверен, эта традиция в Твери будет продолжаться всегда. Масштабный проект, приуроченный ко Всемирному дню защиты окружающей среды, объединил 180 городов России. В Твери в «Зеленом марафоне» Сбера приняли участие более 550 человек в возрасте от 7 до 70 лет. Среди них именитые спортсмены Верхневолжья, например, бегунья Наталья Измаденова. Я вообще люблю бегать в городе, несмотря на то, что автомобилисты на нас обижаются и говорят, что мы должны бегать где-то за городом. Нет, мы должны бегать в городе. Тем самым мы показываем, мы прививаем детям здоровый образ жизни. Кто-то шел мимо, увидел, о, классно, на следующий год тоже приду, пробегу. Вот, поэтому важно эти мероприятия проводить в городе, важно проводить их именно в знаковых таких местах. Наталья Измаденова стала первой среди женщин в массовом забеге на 4,2 километра. В награду она получила велосипед от партнера «Зеленого марафона» акционерного общества «Птицефабрика Верхневолжская». Также призы победителям предоставили другие региональные партнеры проекта. Акционерное общество ДКС, компания «Русский свет», официальный дилер Volkswagen в Тверской области «Макон Авто», «Чикен Хаус» и другие. Кроме того, Сбер подготовил для призеров полезные экологические сувениры, уникальные поясные сумки из вторичных материалов, бутылки, незаменимые партнеры бегунов, которые также помогают сохранить нашу природу, так как сделаны из переработанных материалов. Музыкальные колонки из переработанной соломы пшеницы и кепки.